От продюсера фильмов «Экстрасенсы» и «Шесть демонов» Эмили Роуз. Следи за серебряным глазом на метрономе. Просто смотри. Представь, что с каждым его колебанием мы разматываем невидимую нить. По чуть-чуть каждый раз. Давай представим, что нить – это время, которое идет вспять минута за минутой, секунда за секундой. Время исчезающее, идущее назад. Все, что тебя окружает – этот дом, мой голос, твоя мать – все удаляется. Мы погружаемся в твое прошлое. Во время, когда ты только пошел в школу. Когда научился ходить. Когда ты был еще младенцем. В тот день, когда ты появился на свет. А потом еще глубже во времена до существования этого тела. Я больше не говорю с Майлзом, а обращаюсь к тому, кто поселился в его теле. Ты что внутри? Ответь, если слышишь мой голос. Майлз, что случилось? Мама, мне страшно. Иди сюда, малыш. Омен. Перерождение.